Запеченная тыква с брокколи в сырном соусе. Это блюдо стоит того, чтобы его приготовить. Для начала замочите кешью. Брокколи разделяем на соцветия. Кстати, сульфорафан, который там находится, эффективно замедляет процессы старения. Тыкву нарезаем кусочками. Отдельно готовим соус. Для этого смешиваем кешью с водой, добавляем кукурузный крахмал, веганские дрожжи, можно и без них, дижонскую горчицу, сушеный молотый чеснок и лук, соль, а также лимон. Лимонный сок. Хорошенечко все взбиваем, выкладываем нарезанные овощи в форму и заливаем сырным соусом. При этом желательно, чтобы соус покрывал овощи. Если вы хотите, чтобы они приготовились быстрее, тогда брокколи можно предварительно отварить на пару минут 15. Теперь ставим в духовой шкаф примерно на 40-50 минут и запекаем. Это блюдо потрясающе вкусное, его можно готовить совершенно разными комбинациями овощей. Но главное здесь именно присутствие сладенькой тыквы, особенно яркого соуса и овощей. Приятного вам аппетита!